Было это следование своим целям и постановка именно моих целей, то есть работа над теми целями, которые я хочу достичь в жизни. У меня был такой приоритет, я думала, надо поставить одну цель на другую, но потом оказалось, что у меня вообще это все одна общая цель, и мне не нужно делить ее на несколько целей. Друзья, с 1 июня по 31 августа стартует новый поток карьерного коучинга «Только вперед». Почему я это делаю? Да по одной простой причине, что каждый из вас может быть более счастливым, каждый из вас может зарабатывать больше, каждый из вас может заниматься любимым делом, а в этом и есть предназначение нашей жизни – найти то дело, которым хочется заниматься больше всего. А это и будет приносить вам и больше доход, и больше свободу, и больше хорошего настроения, и в целом, карьера, как ни странно, потянет за собой решение вопросов, вообще связанных со всей вашей жизнью, что и подтверждают все наши замечательные участники коучинга. И я еще раз хочу поблагодарить Катю. Катя, большое тебе спасибо. И твой позитив, твое желание помогать, двигаться вперед. Ты была одной из вожатых в нашей группе. Вот. Да, это было очень здорово. Спасибо, что делегировал мне часть. Ты, по сути, так же, как и я, помогала людям двигаться к достижению своих целей. И мне кажется, что вот те инструменты, которые ты приобрела за эти вебинары, за эти мастер-классы, за тот коучинг, они теперь интегрируются в твою жизнь, и уже без них тебе будет как-то очень тяжело. Абсолютно. Они не только в мою жизнь интегрируются, они в мою именно жизнь. Но и я также стараюсь интегрировать теперь именно эти инструменты в жизнь моих учеников. Прекрасно. Потому что я передаю дальше отчасти эти... Друзья, я очень хочу встретиться с вами в коучинге. 90 дней в карьерном коучинге, 90 дней только вперед. Впереди лето, инвестируйте в себя это время, вы будете отдыхать, мы будем заниматься онлайн. Нет лучшего времени для того, чтобы стартануть и сделать свою жизнь более интересной, насыщенной, полной, счастливой. И, конечно же, самое главное, вы поставите цели и их достигнете. До встречи в коучинге 90 дней только вперед. Пока.